Свое первое заседание Самарская губернская дума нового созыва начала традиционно. Народным избранникам вручили удостоверение. Новый 6-й созыв областного парламента был сформирован по результатам недавно прошедших выборов. В итоге состав областного парламента обновился почти наполовину. Пришло 29 новых депутатов. «Единая Россия» получила 40 из 50 мест. Одно кресло досталось «Справедливой России», три мандата забрала «Либерально-демократическая партия» и еще 5 «Коммунистическая». На первом заседании депутаты выбрали ключевую фигуру – председателя губернской думы. Им стал Виктор Сазонов, который возглавил областной парламент уже в 4-й раз. Сегодня все решения депутатов касались, вполне естественно, самой думы, ее структуры, предстоящей работы. Были выбраны заместители председателя, сформированы профильные комитеты, утверждены их руководители и заместители. О решениях, которые еще сегодня приняла Самарская губернская дума, мы расскажем в наших следующих выпусках.